В Дубасаре в Центре социально-психологической реабилитации прошел утренник в честь 8 марта. В гости к детям приехал бендерский конный клуб «Алюр», рассказывает Алина Ганган. Знакомьтесь, лошадка Дилемма и пони Снежок – постоянные гости Центра реабилитации в Дубасарах. Бендерский конный клуб «Алюр» в Дубасары приезжает каждый год. Дети каждый раз с восторгом встречают этих гостей. Они, как садятся на лошадь, они замирают от счастья. Они погладить и все-все-все. Когда мы только въезжаем сюда, мы уже видим по детям, что они знают уже. Лошадки не успели зайти на задний двор, как вокруг них сразу же собралась толпа. Дети узнали своих любимчиков и хотят покататься верхом. Кто-то и морковку с яблоком приготовил, только угощение оставили на потом, чтобы не раздразнить животных. И вот они, самые счастливые лица. Дети солнца верхом на пони, держась за руку мамы, делают круг по площадке. Дедушка снимает видео на память, ведь эмоции надо запечатлеть. Я, честно говоря, я вырос на лошадях. Я уже в таком возрасте сидел в седле. Так что я с удовольствием, чтобы он хотя бы чуть-чуть прикоснулся бы к этому. Покататься на Дилемме и Снежке решились не все. Кто-то просто наблюдал за животными, а потом устроили концерт для мам. Вы будете бесславные и везде. К утреннику в честь женского праздника готовились долго и усердно, чтобы порадовать мам и бабушек. И вот они, самые громкие аплодисменты для любимых артистов. Педагоги и мамы говорят, видеть, каких особенный ребенок играет в сценке, читает стихотворение в микрофон – особая гордость. Ведь только недавно некоторые дети были лишь зрителями, стеснялись и не могли себя проявить. Сегодня у нас было прямо ряд таких... победных моментов, когда наши дети, которые еще недавно с трудом даже просто были зрителями утренников, сегодня уже танцевали или пели песни, и прямо было и для родителей, и для сотрудников это очень трогательно, очень приятно. Хоть формулировать и сложно, какая она, моя мама, они все же пытаются, и это точно искренне. А какая она? Добрая. Как ты ее поздравляешь? Как? Цветы ей подарил я. И я радую ее. Настоящий сюрприз для мамы устроили дети в конце утренника. Это самодельный букет бумажных тюльпанов. Мамы в восторге. Гордость, да, и восхищение, и спасибо за такой концерт, восхитительный. Они настоящие артисты, наши детки. Такие утренники важны для развития особенных детей. На репетициях они учат что-то новое, запоминают, общаются между собой и много двигаются. А еще празднуют и веселятся, как все дети. Алина Ганган, Владимир Погоня, Дмитрий Хаджиоглу, ТСВ.